Актеры Ульяновского драматического театра представили на сцене Центрального дома актеров в Москве постановку «Оскар и розовая дама». Спектаклю нет еще и года. Его премьера состоялась на Ульяновской сцене в марте. Постановщик спектакля – режиссер Олег Липовецкий. В роли розовой дамы выступила народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Национальной театральной премии «Золотая маска» Кларина Ивановна Шатько. И мне кажется, что я только сейчас начинаю осознавать, что у нас произошло. Не от того, что мы... У нас был спектакль. Может быть, даже не из лучших, может быть, даже лучшие были на стационаре. От того, что волнение было. Не от того, что мы в Москве. А вот, знаете, это нельзя определить в каком-то... какой-то одной фразой и одним это. Что произошло? Произошло, наверное, то, что называется тем чудом, который нам дарит наша профессия. Чудо. А каждый спектакль все равно это чудо. Ее партнером по сцене стал молодой талантливый актер Александр Курзин. Он исполнил роль Оскара, мальчика, которому из-за тяжелой болезни осталось жить совсем немного. Бабушка Роза, похоже, никто не намерен сообщить мне, что я умру. Еще такой спектакль, там нет ни декораций, ни музыки, и не за что спрятаться. Есть глаза твои и глаза зрителей, все, больше ничего нет. И как бы здесь стоит один раз слукавить, и все, и дальше уже на тебя можно не смотреть. И поэтому все время спектакль, он такой в напряжении, не напряжном, вот так вот как-то. Спектакль лишен театральности в общепринятом значении. Нет специального музыкального и светового оформления. Из декораций два стула, настенные часы и 12 писем к Богу. Актеры ведут разговор со зрительным залом о ценности человеческой жизни, о доброте и бескорыстии, об источнике силы и стойкости. Бабушка Роза ищет слова, чтобы ободрить мальчика, чья жизнь подходит к концу. И она находит их. По совету розовой дамы, маленький Оскар каждый день считает за 10 лет и рассказывает в письмах Богу о своей жизни. В зале у зрителей наворачивались слезы на глазах. После спектакля они подходили к актерам, дарили цветы и говорили слова благодарности. Я хочу сказать, что мы получили неописуемое удовольствие от игры, это назвать нельзя, от жизни, от проживания, от удивительного мастерства старшего поколения. И, конечно, можно порадоваться за это молодое, но мы тронуты до слез. Нам хочется сказать, чтобы они жили очень долго. Как рассказала на встрече с журналистами директор театра, это второе в этом году выступление Ульяновского драмтеатра на сцене Центрального дома актеров. Первое состоялось в начале марта. Театр тогда был приглашен со спектаклем «Возвращение» по повести Андрея Платонова. Надо сказать, здесь мы не проиграли, мы были обречены на успех, вы понимаете, да? В таком составе. Было очень приятно слышать от журналистов, вот Александр Владимирович с нами был. И я думаю, мы наслушались столько комплиментов в адрес Кларины Ивановны. Вот это, знаете, как бы не было неожиданностью. А работа Александра, она имела очень высокую оценку. По словам Натальи Александровны, сотрудничество Ульяновского драмтеатра с Домом актера продолжается. В скором времени театр планирует привести туда следующий спектакль. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.